пуговицу. Мам! 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 А, мам! Пришей мне пуговицу! Подожди, Петя. Я сейчас очень занята. А еще лучше, пришей сам. Да, сам. Легко. Мама, а почему это мне пришить пуговицу трудно, а тебе легко? Это потому, Петенька, что я их, наверное, 100 штук пришила. Вот мне и легко. А если я пришью 100 штук, мне тоже будет легко? Конечно, Петенька. Наверное, 100 пуговиц пришил. Кого удирать? Зачем удирать? Кошка – это самый-самый страшный зверь. А-а-а, тогда не пойду. А кошка какая? Во-первых, кошку можно узнать по голосу. А какой у кошки голос? Душераздирающий. Кошка? Да нет, это лягушка. Ну, может, немножко. Она еще и кошка? О, кошка совсем не такая. У нее есть уши. Пойду-ка я домой.
Да это просто зайчишка. Причем тоже трусишка. А уши-то вон какие. Что уши? У кошки длинный хвост и ужасные зубы. Съест, не съест, съест, не съест, съест, не съест, съест, не съест. Ой, ой. Какая большая кошка и хвост. Опять нет. Это теленок, он добрый. А кошка, понимаешь, она самая страшная, самая свирепая, жуткая. Кошка для того и живет на свете, чтобы ловить нас, мышей. Поэтому первая обязанность каждого мышонка не попадаться кошке на глаза. Держаться от нее подальше, обходить стороной, иначе... Смотри, смотри, что я поймал! Кошка! Кошка? Вот это? Это, ложись! Накрапывал весенний. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Народился лягушонок у лягушки в воскресенье. Лягушонок так хорош, лучше в мире не найдешь. Нет нигде, нигде другого лягушоночка такого. Нет нигде, нигде другого лягушоночка такого. Всех зовет лягушка в гости. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все дела скорее бросьте, все дела скорее бросьте. И несут ему игрушки, и шары, и подремушки, колыбельку из тростинки, и перинку из пушинки. Стали думать и гадать. Как бы нам его назвать? Щуряком-бряком? Или кваком? Не назвать ли жабуляком? Жабуляк-то жабуляк, а в нем болото квак! Лягушонок так хорош, лучше в мире не найдешь. Нет нигде, нигде другого лягушоночка такого. Нет нигде, нигде другого лягушоночка такого. Нет нигде, нигде другого лягушоночка такого. Нет нигде, нигде другого
лягушоночка такого. Козленок подошел. Ты кто? Щенок. А я козел. Гляди, как я умею. Скок. И я могу. Сказал щенок. А я вот как побегу. И я могу. А я могу. А я вот так. А я бегом. Я о стенку лбом. Гляди, как я умею. Бум! Не мудрено. И я бы мог. Да не хочу. Сказал щенок. Попал я немного. Попал я
перу у хвостатых кенгуру. Был на праздничном обеде у хвостатого медведя. А зубастый крокодил меня в гости. Чуть меня не проглотил. Каменщик строит жилище. Платье – работа портного. Но ведь портному работать негде без теплого крова. Каменщик был бы раздетым, если б умелые руки вовремя не смастерили фартук и куртку и брюки. Сроку сшить сапоги поручает. Но ведь сапожник без хлеба много ль нашьет, наточает?
так и выходит. Все, что мы делаем, нужно. Значит, давайте трудиться. Честно, усердно и дружно. Воду.